Здравствуйте, друзья! Сейчас я вам расскажу, как я делаю U-блок. Вот у меня есть обычный блок, его размеры 600 на 200 на 300. И сейчас я сделаю вот такой вырез в нем. Размер выреза у меня будет 12 на 20. Сначала я делаю разметку. Теперь беру пилу по газобетону и начинаю пилить сначала с одной стороны, потом с второй. Устанавливаю блок вот в таком положении, беру перфоратор с буром по бетону и делаю несколько отверстий вдоль линии разметки. Теперь беру вот такой резиновый молоток и выбиваю эту середину. Вот эти неровности я зачищаю обычной стамеской по дереву. U-блок готов. Вот такой он у меня получился. По времени где-то на один блок у меня уходит 10-15 минут. Это довольно долго и, конечно же, трудоемко. Самому делать очень тяжело. Всем спасибо за внимание. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал.